Так, сегодня я у кума решил зайти в кумовский садок. Вот, он, конечно, весь садок окропил купоросом медным. Вот. Так, смотрим, что он прищепил. Подвой-привой. Ну, это дичка яблони. Уже пошло. Подвой дичка. Ну, привой сорта не знаю. Вот. Прививал в расщеп. По диаметру подбирал. Подвой привой. Так, а сейчас посмотрим, что у него тут это. Абрикос. Все-все спит. Вот, и яблоньки. Игрушки. Малина. Малина, конечно, гигантская. И сравнивать с пальцем толщину пальца ствола. Ну, ягоды, естественно, оттуда. Так, сейчас пойдем скушаем чесночок. Чесночка, конечно, мало, но кушать можно. Так, это у нас черешня. Черешня крупная, хорошая. Сорт тоже не знаю, но... Почки хорошие, цветоносные. Это виноград. Это я участвовал в этом винограде. Ну что, не пробовал. Пару грудей. Это тоже черешенька. Тоже черешня, вишня. Да ты что? Так, подходим до самого главного. Це прошлогодні у нас прищепи. Нахльост і в розкол. Це вишня, це черешня. От. Місце зростання. Раз. Два. І три. Це три різних сорта, так? Да? Чи один сорт? Черешні два. А, черешні два сорта, так. Да. Хорошо. Так, а це у нас алича. В цьому году прищепили. Побачимо на следующий год. Есть закору, есть в расщепу. Я коли буду делиться опытом. Так, это у нас тоже черешенька. Прошлогодня прививка на вишню. Вот тоже в расщеп. Нормально. Соединение тут. И вот тоже. Раз. И два. Даже могут быть цветоносные почки.
Айва. Айва. Сорт не знаю. Ну, побачим. На следующий рік. Так, а сейчас садок у кума тут такий заложенный, грандіозний. Через 20 лет тут не пройдешь. Я с краю покажу тоже прививку на груши. Тут и груши, и яблони, все в перемешку. Посажено через 3-3,5 метра квадратно-гнездовым методом. Так, тут немає прищепи. Тут где-то було. Ага, во. Це прошлогоднє. Зараз рослось. Почти не видно. По-моєму, це. Хоча ні. Не, без кума я не разберусь. Где тут? А, вот есть тоже. О. Прошлогодня прищепа в раскол. Вот это есть. Так, а это Миша. Так, дальше. Ну, пошли дальше, подивимся. Хороший, конечно. Дожить бы, подивиться через 20 год, что тут будет, конечно. Все выравнено. Все обработано купоросом. Так, а ну я на фоне садка. Так, смешаю. О! Отлично. Так, а вот владелец данного сада. И мы вместе на фоне сада. Вот, без слов будем да. Так, я тоже приду. Значит, новую погоду. Природу. Да. И погоду. И погоду.